недоволен текущей жизнью? Такое сообщение на телефон было отправлено тысячам людей из разных стран. Наверняка какой-то вирус. Они начали уничтожать мир за миром. Хару, обычный студент из Японии, принял приглашение. Что его ждет? Кто стоит за рассылкой и что они хотят? Это станет понятно только тогда, когда он ответит «Да». Сила пустоты. Обмен.